Пречистая своей матери, и же святых отца наши, Анна, архиепископа Константина Града, за того, что все святые помилует и спасет нас, яко благ и человеку любит. Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую и поздравляю с новичерием Богоявления Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы сейчас с вами совершили великое освящение воды. Эта вода святая, равносильная, что сегодня мы освящали, что завтра. Приходите черпать эту воду, ведите себя благообразно, народу очень мало, всем всего хватит. Пожалуйста, можно раздавать воду. Садитесь, кто раздает воду, пожалуйста. Занимайте места.